Мы в расположении подразделения войсковой части 42030, Алтаслагерь. Это казарма, которая у штаба, вот штаб, здание штаба в центре, это вот здание казармы. За спиной забор был, сейчас его нет, там расположение войсковых подразделений, артбригады и других частей. Вот здесь там плац уже начнется. Да, вот это казарма. С левой стороны такая же здание, такое же здание. Только что вот заросло все. Выйдем сюда. Это здание казармы, которое у санчасти. Санчасти он просматривается. Здание санчасти. Во всех помещениях зданий мы были с вами. И не один раз. Пройдемся к арке туда, под арку зайдем. Вот прямо арка. Там дальше спортзал, цеха, отделы. Это все войсковая часть 42030. Сегодня 6 сентября 2022 года. Хорошая солнечная погода. Недавно было пасмурно. С полчаса назад мы были на территории войсковой части 47-280. Небольшое видео сделали. И ехал уже, ворачиваясь, вот была возможность попасть на территорию сюда. Что мы и сделали. Воспользовались этой возможностью. Здание, в котором санчасть размещалась. Вот хорошо видна брусчатка, которая ранее была, никуда она не делась. Заросла. Здесь видна, потому что дорога. Охрана наезжает здесь. Вот так, прямо там есть проход. Мы попадем в чайную. Солдатскую чайную, столовую. Это все войсковая часть, 42.30. Вот арка прямо. Ветерок поднялся. Надеюсь, он нам не помешает. А времени сейчас уже 5 часов. Больше, чем 5. Чуть-чуть больше. 17 часов, там сколько-то минут. Уже можно смело говорить, вечереет. Быстро солнце садится. К этому времени. Вот здесь штаб. За этими соснами. Некоторые упали, поскольку выросли неудачно на плацу. Здесь же были построения. Это плац строевой. Да, по-моему, строевой плац. Если ошибаюсь, поправьте. Фотографии встречал и не одну. Здесь построение. Командование санчасти. Санчасти, технический отдел где-то размещался. Ну, за спиной штаб. А вот он тут уже хорошо мелькает. Да, уже упоминаю еще раз, везде были. По всем помещениям прошлись. Центральные входа мы уже прошли от санчасти, вот и тех отдел. И такой же вход с правой стороны в здание штаба. Вот тут где-то он. Вон там. Не видно, но он там есть. И вот под арку мы подходим. Дальше спортзал. Ну, слева, справа.
цеха, цеха или отделы. В левую сторону точно знаю 7-й отдел, и там дальше столярный цех. Вот это дерево мы всегда обращаем на него внимание, вот как выросло дерево, как ветка под прямым углом. Каждое наше посещение мы его замечаем и отмечаем. Вот уже хорошо видно это покрытие, это покрытие. Влево тут через забор, там 7-й отдел. Там дальше прямо налево будет заправочная станция старая. В эту сторону прямо, если пойдем прямо, налево на выход КПП будет войсковой части 42-30, а направо будет столовая, которой уже нет. Зашли мы в арку. Ой, я думал, паучок это. Нет. Не паук. Прохудилась крыша, видно, что вот прорехи уже существуют, дыры. И вот сразу же, если мы зайдем сюда, тут уже начинается спортзал. Вот тут есть возможность заглянуть. Не один раз мы здесь были с вами. Налево тут, если мы пойдем, там будут раздевалки, будут бани, будут душевые, туалетные комнаты. Это мы заглядываем тут в дыру. Стеклопакеты тут побиты, и мы кое-что увидали. Ну, вот там дальше сам спортзал. Тут раздевалка была прямо. Развернулись. Мы под аркой ходим. А пришли мы вот прямо с того направления. Выходим. Вот здесь тоже можно было выйти. Вот здесь мы входили тоже сюда. Эту дверь. Упоминал тут туалетные комнаты, раздевалки, душевые. Вышли мы из подарки и пошли сюда, в сторону заправочной станции. Она будет слева. А это за забором 7-й цех. Вот здесь заправочная станция. Вот за этими растениями. Чуть дальше даже. Тут какой-то текст, но не читается. Или плакат ли был какой-то. Может быть, лозунг. Вот тут пролом в заборе прямо. Ранее его тут не было. Сейчас тут есть пролом. И там направо КПП войсковой части 47-280 от бригады, других частей. Вот здесь вход.
Тут были ворота. Вот они. Одни створки сняты, другая еще есть вот створка. Вот. Вот сюда, через зажатой стеной, вот за окнами, там уже седьмой цех. Или цех номер 7. Что было на площадке, я не могу пояснить. Сейчас вот деревья выросли. Разные. Вот как. Упала, видно, молодая веточка. Загнулась, вот как она выросла. Вот так, прямо седьмой, извините, цех столярный. Туда в склады можно зайти. Мы заходили не так давно. Может, с месяц назад. Чуть больше. Седьмой цех мы посмотрели, вход на площадку. Вот тут где-то заправочная станция. Мы... Да, вот она мелькает. Мы подойдем. Вот как заросло. Первое наше посещение. Сдалека это было все видно. Никаких тут деревьев не было. Оборудование, которое было здесь, колонка, были тут другие насосы, помпы, насосы, находятся в музее Барбара Халли. Такую я видел, встречал на территории Петербургдамы. Точно такая же конструкция. Вон там цистерны закопаны под топливо. Вот там. Были, смотрели. Тут на углу курилка. И мы завершаем видео. Шестое сентября. А тут курилка в углу. На углу. Не ошибаюсь. Да не мог ошибиться. Конечно, не мог. Это котельная от бригады других частей. КПП. Ах, вот курилка. Мы здесь были тоже пару дней назад. Курилка. Да, тут забор был, поэтому так мы зашли тут. Иначе было нельзя по-другому. Был забор. Вот курилка. Ну, покурили. Скоро построение, вечерняя поверка на площадке, где мы были, возле арки. Гидрант. Куда-то забрел куда-то. Вот здесь цех столярный. Седьмой цех. Прошли мы с вами. Вот, пошли. Да, дорога накатана, это охрана. Это заправочная станция старая. Там и тыльная сторона санчасти. Вот здесь санчасти, техотдел. Отключилось у меня. Устройство отключилось.
Да, уезжаем уже отсюда. Дату сказал, время тоже я говорю. Погода хорошая, солнечная. Но ожидаются дожди. Завтра начнутся уже дождики. Следующая неделя будет дождливая. Вот это дерево, которое мы видели. Вот как оно скрутилось. Почти прямой угол. К велосипеду уезжаем. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч. Это территория войсковой части 42030. Зарапортовался. Вот так. До свидания.